Ну что, народ, всем доброго дня. Сегодня будем менять воздушный фильтр. Так, как я вот писал, у меня есть такой воздушный фильтр фирмы Filtron. Фильтр хороший, проверенный, ставил уже много раз. Находится у моего Aveo старый фильтр вот здесь. Для того, чтобы его заменить, нужно снять вот эту верхнюю крышку, и под ней уже будет располагаться сам фильтр. Для этого нам нужно открутить два вот этих вот болтика. Вот. И где-то сейчас не видно. Ну, вон там он, еще один болт. Откручивается все это ключом на Т25 торекс, этот ключ. Сделать можно это даже у себя во дворе. В общем, просто берем и откручиваем болтики. Аккуратненько. Раз. Болты длинные. Такие вот. Давайте, чтобы было лучше видно, так положим его. И откручиваем второй. Сейчас посмотрим, в каком состоянии у нас старый фильтр. Второй болт. Теперь снимаем крышку. Здесь вот есть еще защелки с этой стороны. Крышечку просто поднимаем и тянем на себя. Опа. Так вот убираем. Ну что, вот у нас старый фильтр. Можете видеть, он грязный внутри. Давайте его вытащим и посмотрим. Ну да, грязненький достаточно, особенно вот в этом вот месте. Достаточно грязненький. Берем, достаем новый фильтр. Если можно сравнить их. Смотрите, новый фильтр чистый. Ради сравнения. Старый и новый фильтр. Ну что, берем его, просто его туда устанавливаем. Также в эти пазы, как он у нас стоял. Так вот все это выглядит дело. Берем опять крышечку вот так вот за. Двигаем. Рукой сложно делать, конечно. Все. Так, ребят, сейчас я ее задвину и продолжу. Так, ребят, вот. Я уже поставил крышку. Видно. Наживил первый болтик. Оживляю второй.
переключаем, закручиваем все это дело. Вот, в принципе, и все. Вот так вот легко и просто заменить воздушный фильтр двигателя. Как видите, буквально 5-10 минут. Все сидит прочненько. И прекрасненько. Это старый фильтр. Такой вот он грязный, если раздвинуть. Показать, что внутри. Вот такой вот он, видно, черный. На этом все, ребят. Полезное видео. Подписывайтесь на наш канал. Все, всем пока.